Фьючерсы на фондовые индексы США растут в ожидании финансовых отчетов. Инаугурация Джо Байдена поспособствовала рисковым настроениям на рынках, отчего доллар заметно теряет стоимость по отношению к валютам торговых партнеров США. Промышленный индекс Dow Jones поднялся сегодня на 0,2%. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,43%, а индекс широкого рынка S&P 500 на 0,18%. Судя по динамике фондовых индексов, рынки продолжают свой уверенный рост. Вчера биржевые индексы США закрылись на рекордно высоких отметках, чему способствовала инаугурация нового президента США Джо Байдена. Трейдеры надеются на то, что его администрация сможет таки давать обширный пакет поддержки экономики США. Напомним, Байден намерен влить в экономику 1 триллион 900 миллиардов долларов. Помимо этого, участники рынков с оптимизмом ожидают новых корпоративных отчетов от американских компаний. До открытия американских торгов свои отчеты обнародуют железнодорожный оператор Union Pacific и несколько региональных банков, в том числе k Corporated и Fitch Suit Bankrupt. Технологические гиганты Intel и International Business McKinsey объявят свои квартальные результаты уже после закрытия рынков. В целом, корпоративная отчетность за последнее время выглядит очень даже неплохо и говорит о том, что США в отсутствии полного локдауна весьма неплохо пережили четвертый квартал. Сегодня доллар в начале европейской сессии показал заметную слабость, а все из-за спроса на более рискованные валюты. Во многом это связано с возросшими надеждами на серьезные меры стимулирования в США после прихода в Белый дом новой администрации во главе с Джо Байденом. Индекс доллара по отношению к корзине и шести других валют к моменту подготовки материала к данному видео упал на 32% до отметки 90.17. Это снижение наблюдается уже третий день подряд с момента достижения почти месячного максимума в понедельник 18 января. Канадский доллар вчера стал лидером торгов. Несмотря на то, что в декабре рост потребительских цен замедлился, Банк Канады все же игнорирует последствия ужесточения карантина. Центральный банк заявил, что всплеск числа зараженных является серьезным препятствием на пути восстановления канадской экономики. В итоге первый квартал может завершиться явной рецессией. Однако в более долгосрочной перспективе для Канады прогноз гораздо более оптимистичный, нежели он был в октябре. Все это благодаря вакцинации, а также масштабным мерам стимулирующей политики. Таким образом, оптимистичные прогнозы идут на пользу канадскому доллару. Пара usd вчера достигла уровня февраля 2018 года. И сегодня американский доллар против канадского теряет 18% и торгуется у отметки 1.2621. Только вчера состоялась инаугурация нового президента США Джо Байдена, а уже сегодня стало известно, о решении им важных вопросов. Так при Байдене США снова поставят свою подпись на Парижском соглашении по климату и останутся членом Всемирной организации здравоохранения, которая поддерживается ООН. Таким образом Байден отменил два важных политических действия своего предшественника. Байден также упомянул о том, что страна возобновит выполнение плана ВОЗ то есть собирается ускорить распространение вакцин от коронавируса по всему миру. К слову, ВОЗ подвергла резкой критике недостаточные усилия по обеспечению доступа к вакцинам развивающихся рынков. На этом у нас сегодня все. Вы смотрели новости на информационном канале группы компании Инстафорекс. С вами была я, Екатерина Стихина. Я желаю вам профитных сделок вместе с Инстафорекс и жду вас на нашем канале завтра. До встречи!